Всем привет! Смотрите видео по ДТшке. Решил снять. ДТшка у Сереги, напарника его, батька его еще делал. Батьки уже нет давно. ДТшка осталась. Вот, поставил он перед под отвал. А балки нету. Балки нету. Ходовая так себе. Эти все разбиты, надо делать. На нашем видео он уже был, он нас три трактора вытаскивал. Здесь маленько ему сальник в коробке бортовой надо перебрать, поменять, раскидывать, снимать бортовую. А так все нормально. Лома на нем нету. Навеска на нем вся есть. Я имею в виду под треугольник лук. Этот. Серьгу мы поставили. Так, снимаю. Для общего образования. Вернее, для истории. Движок. А, карбюратор такой интересный я поставил. Как он? К16, что ли? Не поставил я. Купил все, хотел напускать. Потом отдал дяде Вове. Он поставил. Движок стоит с комбайна. С Нивы. СНД какой-то там. 21-й, что ли, с турбиной. А с этой стороны или с той он? Давай, сейчас посмотрим. Ну, здесь повырезали под него, чтобы оно вошло, потому что на заводском, по-моему, он не так стоит. Ну, не видно. Шильда здесь, Игорь. Давай, ты. А там уже ничего не видно. Не помню, 19 или 21, по-моему, нечетные идут с этим. Ну, кто знает, тут поправят. Что им с ним не делали, он так есть 20 лет стоит. Поршневую перебрали они. Вот так. Закрыто снимает он. Ручку так что. Иди откроем панель. Покажем. Как чего. Радиатор тоже с комбайна, по-моему, потому что весь чистенький, все как положено. Ты смотрел видео по где нас он вытащил, три трактора. Он там есть, как он орет. Собрал его батька с забора, то есть от забора, как что было. Ну открывай дверь, что посмотрим кабину, что там как. Хорошо бы на него поставить отвал на зиму. Ну, ну и все. 75 БВ, вот такое ДТ-75. Печка еще стоит, коробка вон там, панель вроде такая более-менее, еще обшивка не зашарханы. Вот такой вот. Собрали из того, что было. Все, что было, то и поставили. Ладно. Пишите, кто, чего, как.